Накануне 24-летний уроженец Украины стал жертвой своей же чересчур навязчивой смелости. Несчастный случай произошел около 3 часов ночи в районе Шихана. Группа молодых людей совершала ночной вояж на лоне природы и уже собралась домой, когда один из парней неожиданно полез на вышку. Что же побудило Ромео покорить вершину высоковольтной вышки, разбирались сотрудники полиции. Гражданин Украины приехал в гости к своей девушке, у нее проживал. Вот они гуляли ночью по горе Шихан, употребляли спиртные напитки. Ну и как бы в качестве бравады решил как бы так порисоваться, что ли, перед своей девушкой. Полез туда на опору. Первую безопасную линию пролез и на второй как бы попал под напряжение. Ну, в результате чего практически как бы сгорел. Зачем ранее и в тот роковой вечер молодой человек штурмовал запретную зону, друзья погибшего ответить не смогли. Шокированные печальным событием, они рассказали, как на их взгляд произошла трагедия. Не знаю, меня понесло, что пострелы на высоковольтку. Он тогда уже забирался. Потом я Антону сказала, Антон забрался туда же. Ну, чуть-чуть, конечно, более даже, чем ниже. Сказали спускаться. Он начал спускаться. Искр упал. Все. По словам полицейских, виной всему алкоголь. Они уверены, если бы эта компания в возрасте от 18 до 24 лет не злоупотребила, трагедия бы не произошла. По данному факту проводится проверка. Проверка проводится сотрудниками Следственного комитета, Следственного управления. То есть, как мы, я думаю, в течение 10 дней точку поставят. Кристина Горелых, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ.